Кузьмич. Федор Кузьмич. Эй, Федор Кузьмич. Кто-нибудь, помогите! Если еще раз ты позволишь себе такую самодеятельность, я запру тебя в каюте, а ключ выкину в окно. Как Федор? Нормально, Федор. А корабль, ну, в смысле судно? Повторяю еще раз. Судно – это мое дело. Твое дело – исполнять мои команды. Хорошо? Хорошо. Алло. Здравствуйте. Это жена мистера Верховцева? Да. У меня для вас очень хорошие новости. Вашему мужу намного лучше, и теперь он готов с вами увидеться. Большое спасибо, доктор. Вы меня обрадовали. Я сейчас же поеду в больницу. Буду рада вас видеть. Берегите себя. Пока. Ух, Ленчик! Сказал, что ты хочешь мне верить. Отказываешься выезжать. Я тебя никогда не брошу. Я звонил Саше. Не берет трубку. Лёнь, давай начнем все сначала. Сотрем прошлое. Сотрем прошлое. Зачем я тебе такой нужен? Ты мне любой нужен. Ты скоро выздоровеешь, поправишься, и все будет хорошо. Сори. Простите. Вы что-то хотели? Просто хотела посмотреть, как вы. Спасибо, хорошо. Вижу, все в порядке. Поздравляю вас. До свидания. Ну, выше нос, капитан. Мама, открой окно. Жарко, окно. Она студент.
Надо бы врача. Жарко. Мама. Окно. Окно. Тимофей Ильич, принесите уксус. Будем лечить нашего Андрея по рецепту Христофора. Ну да, да. Мама. Все будет хорошо. Антидепрессанты, да? Капельницу можете даже поставить на процедурах. Что еще, не помнишь? Что ты забыл уже все твои таблетки? Этот набор. Слушаю тебя. Машка, родная. Слава богу, дозвонился. Ты как? Ты где? Я там, где должна быть. Я так соскучился по тебе. Тут столько всего произошло. Ты знаешь, что Ленька? Леня со мной. Федор, и я тебя очень прошу, после всего того, что случилось, больше никогда мне не звони. Ты чего? Федя, если ты не понял, то слушай меня. Никогда ни я, ни Маша не должны тебя ни видеть, ни слышать. Ты умер для меня, Старпом. Простите, мадам, нужно сделать вечерний укол. Хорошо. Никак не могу поверить, что Андрея больше нет. До сих пор, кажется, сейчас спустится к нам в яму и скажет свое коронное. Ну что, погнали, трактористы? Точно. Мы с капитаном где-то лет 10 вместе ходили от Владика и до Окленда. Да. Думал, еще лет 10 походим. А эта история, когда высчитали этого аферюгу, который хотел судно потопить, чтобы страховку получить. Андреич тогда был старпомом, он потом только капитаном стал. Ну что? Да что ж, что. Андреич его прямо в трюме и поймал. На этом у него вся афера и закончилась. Хороший был человек, Андреич. Давайте. Ну почему был? Рано вы его пока хороните. Жив ваш капитан, так что давайте за его здоровье. Я с ним только что по телефону разговаривал. И все у них хорошо. С моей женой. Ну, то есть с его бывшей женой. Получается, с моей бывшей тоже. Ты что несешь? Это правда, Сашка. Я только что с ними разговаривал. Они вместе. Это правда. Thank you.
Александра Сергеевна. Саша. Саш. Как себя чувствует младший механик? А? Уже получше. Лучше попросил добавки. Да. Хорошо. Спокойной ночи. А... Сухофрукты, полкило. Я считаю, что для повыше. А, ну хочешь музыку включу? Ну, вкусно. Спасибо. Груза «Приморск» отважно противостояла пиратам и вырвалась на свободу. Сейчас мы узнаем, как им удалось спасти судно и вернуть его в родную гавань. Владелец сухогруза хочет сделать заявление. Пожалуйста. Я рад, что судно спасено, команда цела, и все они сейчас здесь, в нашем родном порту. Вы посмотрите, это герои. И я со своей стороны обещаю, что каждый из членов этого отважного экипажа обязательно получит особое вознаграждение. Спасибо вам большое. С возвращением. Можем уехать далеко, где будет вечное лето и твое любимое море. На что мы будем жить? У меня есть деньги. Она любит его очень. Ну вот почему он так быстро восстановился. Хорошо, что она к нему приехала. Думаю, скоро его можно будет выписать. Это здорово. Откуда они у тебя? Лёнь, я же знала, куда я еду. Что-то продала, что-то подкопила. Будем скромненько, но со вкусом. Я не могу жить за твой счет. Ну, это же не всегда. Ты поправишься, встанешь на ноги, что-то придумаешь. Я в тебя верю, прости. Устал, да? Угу. Нормально? Да, все в порядке. Зачем звонишь? Я же сказала, сама буду с тобой связываться. Ты куда пропала? Саша вернулась. Твоим. Мне не интересно. А Леня? Леня, как?
Тём, ты не переживай. Он не приедет и не убьет тебя. Все нормально. Мы с Леней уезжаем на острова. А про Сашеньку, про твою он даже не интересуется. Так что флаг тебе в руки, дорогой. Удачи. Ага. Мне некогда с тобой разговаривать, извини. Я не могу. Я не могу в это поверить, что Леня так с тобой мог поступить. Это все Машка, змея подколодная. Валя, давайте договоримся. Пока я здесь, мы о них не говорим. Я не хочу слышать ни о ней, ни о нем. А что значит, пока ты здесь? Доделаю кое-какие дела и уеду. Саша, куда ты поедешь? Светлогорск. К Соколову. Да. Можно, капитан? Заходи. Мне сказали, что вы выписываетесь. Да. К вам не пускали все это время? Старпом, давай. Ничего личного. Мне нужно было побыть одному. Вы уезжаете в Приморск? Нет. Почему здесь нет Саши? Саша, мы расстались. Почему? Мистер Верховцев. Мистер Верховцев. Да. Доктор, знаете, вас ждет врач. Ну, как-то так. Спасибо, что жизнь спас. Разрушает жизнь Саши. Я не говорю о Федоре. Валя, что я могу сделать? Остановите ее. Господи, да как? Я даже дозвониться не могу. Ну какой ты психолог, если даже на свою дочь ты не имеешь никакого влияния. Вырастила мерзкую, гадкую дрянь. Прости. Прости.
Здравствуйте. Вы Мария? Здравствуйте, я Мария. Игорь. Очень приятно, Игорь, проходите. Хочу знать, что здесь происходит. Где Саша? Почему вас называют женой Верховцева? Ну, потому что я есть жена Верховцева. А Шурка твоя сейчас с его братцем зажигает. Что за бред? Она не такая. Да что ты говоришь? А забыл, как она с тобой встречалась, а замуж-то за капитана вышла? Ладно, сам разберусь. Господи. Эви, подожди, подожди. Послушай, тебе нужна Саша, а мне нужен Леня. Мы не будем возвращаться назад. Ленечка хочет порвать с прошлым. Ну что, выше нос, у тебя появился шанс. Послушай, а может быть тебе билет до Приморска купить? Всего доброго. Ну какой смешной. Я вещи Машины привез. Ангелина Марковна. Ангелина Марковна. Скорая? Скорая. Ну, как она? В кардиошок. У нее есть родственники? Да, дочь. Надо связаться, сообщить. Да, конечно. А куда везете? Третью городскую. Спасибо. От сухопутных жителей бесстрашная мореплавательница. Это лишнее.
А чем я провинился? Тортик низкокалорийный, подсластит нам жизнь. Что-то нет ни желания, ни времени. Мне надо уехать сейчас. Отлично, я на машине, я вас подвезу. Я заказала машину. Завтра собрание на фирме. Нужно объясниться перед людьми. Федор просил меня приехать. Ну а ты, как совладелец фирмы, должен быть само собой. Да, само собой. До свидания. Как так можно, а? На одну ведь трость и тельняшки сушить. Леша, я тебя прошу, кончай тоску нагонять. Да в самом деле, все живы, здоровы, чего ты? Да нет, я просто понять не могу, как можно было нас так взять и кинуть, а? Да, и не только нас. Мужики, я, конечно, не в чью личную жизнь не лезу, но то, что касается Александры... Да ей жизнью обязан, капитанша нашей. Да все мы их жизнью обязаны. Георгий Владимирович, а ты чего ж молчишь? Ты реально веришь, что Верховцев мог со всех сторон облажаться? Я пока ему в глаза не посмотрю, не поверю в то, что произошло. Кстати, а Старпома кто-нибудь видел? Да расклеился Федор. В море хоть как-то держался, а сошли на берег, совсем накрыло. Александра Сергеевна! Добрый вечер! Проходите к нам. Добрый вечер. Можно шубать? Спасибо. Вы присаживайтесь. Сашенька, есть что-нибудь будете? Нет, спасибо. Ну что, Саша, когда в следующий рейс пойдем? Это вы уже без меня. Мне уехать надо. Что так? Куда? Ну, я чего пришла? Дело есть. Что-то случилось? Ангелина ночью умерла в больнице от инфаркта. Надеюсь, это не омрачит счастье ее дочери. Это я ее довела вчера. Век себе не прощу. Не берите на себя больше, чем следует. Саша, я останусь до похорон Ангелины. А потом уеду в деревню, к родне. Как хотите. Если я уеду после вас, я оставлю ключи Семену. Будешь о своем прошлом, выкинешь всю эту чушь из головы и начнешь уже, наконец, новую прекрасную жизнь. Что будет через год? Лень, приехали. Кто так далеко загадывает-то? Пожалуйста, давай жить сегодняшним днем. Наслаждаться солнцем, купаться в бассейне. И работать над маленькими.
машу, машуля, ручкой! Здравствуйте. Александра Сергеевна, надо людям что-то говорить. А где Федор? Напился. А Семен? Он и раньше не часто тут появлялся. А как вы в рейс ушли, так мы его тут не видели. Спасибо, садитесь. Так, ну что ж, я вынуждена вам сообщить, что обещание, данное вам фирмой, мы выполнить не сможем, потому что не нашли денег, чтобы покрыть долг фирмы. Ну что нам теперь делать? Подождите, ну, Леонид Андреевич обещал. Ну, понимаете, так сложились обстоятельства, что... Давайте не будем. Какие обстоятельства? Как сложились? Да чтоб вам пусто было. Тише, тише, пожалуйста. Дай человеку сказать. Понимаете, ну так сложилось, а руководство, оно... Где руководство? Семен Андреевич идет. Здрасте. Извините за опоздание. Объясните людям, как нам быть. Ну, так как я единственный действующий... Бездействующий. ...представитель... Так, послушайте меня. Должен сообщить, что в данный момент у компании нет финансового резерва для погашения задолженности по зарплате. Я могу официально объявить, что мы банкроты. А детей мне чем кормить? Цветами? И вообще-то мы в суд можем подать. Ты шубы продай. Денег нет. Все. Вот так. Молодые люди, совести у вас нет, а не денег. Я цветами детей не накормлю. Сейчас, слушай, а может быть, можно продать и оборудование и как-то, ну, заплатить людям? Сашенька, ну, продажа оборудования за долг по кредит пойдет. Все уйдет? Да. Я посчитал. Я сама займусь финансовыми делами компании. И я постараюсь найти деньги, чтобы выплатить зарплату. Инна Аркадьевна, вы мне поможете? Конечно. А нам что делать? Вам? А можно я скажу? Да, конечно. Давайте. Ребята, слушайте, ну мы реально работали без денег. Но на нас еще висит два заказа, и мне кажется, если мы сможем их довести до конца, тогда, возможно, как-то получится выплатить долги. Опять обещание. Серега, слушай, я предлагаю еще немножечко подождать. Опять подождать? Сергей, на самом деле мне просто жаль уходить, не дождавшись урожая. Ну, в конце концов, всегда можем продать цветы на рынке, правильно? Без цветов точно никто не останется. Да. Спасибо еще раз. Да. Ну все, на этом мы порешали. Все, расходитесь. Ну все, пошли. А нам надо встретиться и серьезно поговорить. Ну, я готов, Сашенька. Вечером заеду, да? Нет, это я заеду в ресторан. Thank you.
Are you sure? Вы уверены, что Дарка видел это? Sure. Уверена. Тогда мне надо поговорить с ним. Но не по телефону. Я передам Дарка вашу просьбу. Витя, я что-то не понимаю. Привет. Виделись уже? А ты что сидишь пьешь? Да чаще поминаю. Мне чаще была очень хороший человек. Она лучшая дела чаще. А я это и звоню, она трубку не берет. У нее мама умерла. Она трубку не берет. Понимаешь? Садись. Садись, садись. Ты мужик или кто? Соберись, Петь. Я тряпка. А я меня тряпку сделала. Федь, у нас дел по горло. Надо ее забыть. Думаешь, это легко? Знаю, что нет, но надо постараться. А у меня не получается. У меня не получается. Я не могу. Я пробовал, но не могу. Ты же ничего не знаешь, Сашка. С главного. Ты главного не знаешь. Чего я не знаю? Ты ведь она деньги украла. Это все из-за нее. А я знал и перекрывал ее. Я ее люблю. Так, все, хватит. Будем жить дальше. Сашка, как они могли так с нами поступить? Я об этом не хочу думать, тебе тоже не советую. Что-то не так? Тебе, может, не нравится, что мы здесь с тобой вдвоем? Я стараюсь, все делаю. Я просто хочу, чтобы ты был счастлив, между прочим. Я вижу это, Маша. Поверь, я очень ценю это. Я очень хочу изменить свою жизнь. Очень. Но пока. Послушай. Я узнала, здесь живет какой-то шаман. Творит невероятные чудеса. Давай завтра съездим к нему, а? Да? Давай. Все будет хорошо. А можешь меня сфотографировать, пожалуйста? Еще я хочу, чтобы ты видео снял. Я вот сейчас сюда побегу. Ладно? Да. Ну? Ленечка,
потому что вы очень устали. Я вас домой отвезу. Алло? Можешь раздеваться. Я скоро буду. Да? Я бы не был так уверен, что ты скоро будешь. Так. Что вам надо? Что происходит? Сейчас тебе объясню. Кто был заказчиком рейса? И кто заказал меня и команду? Я его не знаю. Верховцева с команды. А жена капитана должна была лично доставить выкуп на корабле. Я его не знаю, он нанял, заплатил. Я выполнил свою работу. Это мой бизнес, понимаете? Я его не знаю. Кто он? Я не знаю его. Я общался с ним по телефону. Номер телефона. Номер! Это за Петьку, за матроса нашего. Возьмите, пожалуйста. Прошу вас. Спасибо. Привет. Привет. Проходи, присаживайся. Ужин специально для тебя. Вино красное. Спасибо, я не голодна. Давай сразу к делу. Ты из своей доли что собираешься делать? Продавать? А что с ней еще делать? Пока можно за нее хоть что-нибудь выручить. Знаешь, что Ленька не вернется? Меня это уже не интересует. А? Надо с людьми рассчитаться. Саш, ну, я, конечно, добрый человек, но я же... Но я же не дурак. Ленька кинул нас всех, включая тебя и меня. А я не собираюсь отвечать за него перед всеми. Да, я тебя поняла. Ну ладно. До свидания. Ну ты, ты погоди. Я могу изменить свое решение. Ради тебя. Чего? Саша. Мы с Ленькой совершенно разные. Он же никогда тебя не понимал. А я тебя сразу понял, как только увидел тогда впервые в порту. Ты знаешь, что он с Машей спал, когда мы жили вместе? Да. Я просто, ну, я не мог тебе сказать. Ты беременная ходила. Так, ладно. Погоди. Ты что, меня тут держать собираешься? Ну, зачем? Что зачем? Отпусти меня.
Семён, я тебя не люблю. Отпусти ты меня! Саша! Семён, прекрати! Да прекрати! Прекрати! Завтра. Я хочу увидеть своих пацанов. Лёнь, ну мы же договорились не возвращаться к прошлому. Мы не можем здесь прятаться всю жизнь. Хочешь, убей меня тут. Ну, прости. Это она похитила вашего ребенка! Нужно немедленно заявить в полицию! Алло? Нам не о чем с тобой разговаривать. Капитанша. Заключительные серии смотрите завтра в 21:00.